Разукрашиваем. Вот так Паша устраивает нам экскурсию по своему новому дому. Он попал в детдом в декабре, а раньше у Пашки была семья, но родители оставили мальчишку. Сначала в полицию, потом в полицию сказали в центр, потом сюда. А по кому больше всего скучаешь? По моей свинке. Свинка морская. Морскую свинку и кота Пашка хотел взять с собой в детдом, но не разрешили. Теперь у Паши началась совсем другая жизнь, и ему к ней нужно как-то привыкнуть. Он не совсем еще адаптировался здесь, именно в нашем обществе. Для него это еще все чуждо. Не проявляет агрессию, как другие детки, когда прибывают, потому что он и в центре очень мало был, там несколько дней буквально, и он сразу попал сюда. Поэтому он это воспринимает как... как детский сад какой-то, что вот он пришел и его скоро отсюда уйдет. Пашка домашний, ласковый и очень спокойный малыш. Воспитатели, дети, все его сразу полюбили. И пока он еще совсем не похож на мальчика из детского дома. Еще Пашу называем ангелом, потому что ребенок делает все правильно, да, как оно должно быть. Примерный и воспитанный. Он помогает по хозяйству воспитателям, любит читать книжки и обниматься. Ему не хватает тепла, сказок на ночь и близкого человека рядом. Он еще не обозлен на это общество, что он сюда попал. Как тот цветочек, который только распускается. Поэтому его очень легко пригреть вот прям вот в эту минуту. И он быстрее привыкнет.